Мария появилась. Посмотрите, сколько кошек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я очень рано, оказывается. Я выхожу, я боюсь, что они тут пригонят трактора. Он, видишь, начали что-то рыть. И они разбегутся просто. Так я еще дочка даже дома, а я уже 6 часов выхожу. А я уже переживала, думаю, может у вас что-то случилось. Я выхожу, я она чего? А сколько же штук? Раз, дочка ругается. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, по-моему, 16 даже. Вот видишь, она сегодня оставила мне 200 шекелей. Ну, говорит, мама, сколько тебе ж даже так выходит на месяц, и не хватает 2 мешка по 18 килограмм. Не знаю, что мне делать. Вроде же я им не даю много. Вот насыпаю, угу. И все. Они наедаются и уходят. Сегодня буду звонить, если у него нету мотоцикла. И он остановился на светофоре. Смотрит, сидит котеночек черненький, комочек. Прямо на дороге, да? Ага, и он его принес. Я такой комочек видела. Ричард назвала его. Вымахал, когда она приходит с ним в это к ветеринару. Так они говорят, они уже кричат, Ричард пришел. И прививки делает, и корм хороший ему покупает. И вода стоит, и всякие приспособления. Ой, так любит его. Уже встала тоже вместе со мной. Она же в Ариэле в университете учится. Так сегодня она на занятия пошла. Ну вот видишь, 15 ты насчитала? 17. 17 уже. Вот этот черный, это не мой. Потом вот это вот серо с белым новые. Это тоже не мои. Ну вот их что-то и не очень рыжие, пускают. У рыжей была такая рана на щечке. И висела кусок. Она его видно. Он видно, да. Она его видно. Она не всегда приходит. Это моя давняя рыжая кошечка. Я их тут всех знаю уже. Да вот. Что ж такое? Видишь, они дерутся. Ну ладно, спасибо тебе. Я тебя давно тоже не видела, потому что ты приходишь к 8, да? Да, да, да. А я в 6 часов. Не, ну 7:30 где-то, без 20 я. А сегодня я думаю, я как-то встала, как всегда, и еще было темно, я боялась сюда идти. Так я сегодня, значит, так сделала. Пошла, включила бойлер, чтобы выкупаться. Это было 4:30. Потом я еще легла. И 5 часов я пошла купаться. Значит, поздновато я встала, потому что дочь говорит, мама, мне уже надо в 7 часов магазин открыть, еще вода Шарон ехать. А ты только встала. Я говорю, я ошиблась. Прости меня, говорю. Надо идти еще им насыпать. Сейчас я выброшу эту баночку. Я же еще покупаю баночки. Он мне привозит, значит, на 200 шекелей 10 баночек и 18 килограмм. Сейчас я засыплю. Засыпать вам, да? Вот этот корм они очень хорошо едят. Каждое зернышко мне цены, потому что она сегодня была недовольна на меня. Да, оставила 200 шекелей, но говорит, мама, ты знаешь, какая дороговизна сейчас, а ты с твоими кошками. Это любит, чтобы я ей давала отдельно. У каждой свой норов. На. У каждого свое место есть. Оно мне надо, между нами говоря. Что это у меня такая вот сердце залезло, заноза это и все. Надо еще воды. А как вы их нашли, что они тут? Значит, когда мы сюда перешли, мы жили на Скируте, там на Инганим, вот туда ближе мы жили к центру. Потом, когда папочка наш не стала,
муж умер, 66 лет, я тебе говорила. Так мне пришлось пойти. Они уже пришли, кажется, работать. Сейчас они разбегутся. Что-то они хотят делать паспорт и работать. Все. Я опоздала. Или что, они снимают что-то. Если приедет трактор, они разбегутся. Да, все. Конечно. Они не поедят. Так мы же там продали дома свои, и все, были еще какие-то деньги, муж оставил. Так мы тут недалеко на Инганим, на Эрканим купили 3 комнатки. Но дом, правда, новый, 8 лет дому было. И вот тут мы живем. Правда, есть 2 стоянки свои и кладовка. Угу. Там мы все свое старье, что мы притащили, еще чемоданы стоят, и посуда наша, и кастрюляки большие. И что мы только дурачье не притащили сюда. Сейчас, извини. Надо знать. У каждого свой норов. Вот это та вот не приходит, пока ей там отдельно не насыпаю. Вот это вот серое. Свой норов, прямо ужас какой. Она не приходит со всеми кушать, чтобы я ей отдельно насыпала. Не знаю, что мне делать. Так я, как я... Раньше здесь было много народу, приводили мецапели, старики. Угу. Что такое? А где эта рыженькая? Они ее гоняют. И я когда приходила, я их заметила несколько. Вот это тут старая где-то была, вот она. Это от нее пошло все. Да. Потом однажды приехала, мне сказала вон рыженькая соседка, что приехала машина и кого выловила. Видишь, они кастрированные все. Mm. И выловила их. Как они. И я увидела их. Котята были, котята. Угу. И я начала, и так пошло. И вот мы уже тут 10 лет. Приручили, да? Да. Они расплодились. Это ихняя мама. Вот я еще сегодня мне попалась банка с паштетом. Банка с паштетом. Там я по пути кормлю, одна, я ее называю несчастная, она больная. Так я стою и жду, пока она покушает пару ложечек, у нее что-то во рту. И она мучается. Ой, Господи. И я стою и жду, пока, чтобы ее никто не прогнал, она больная. Вот таким образом я и живу на свете, понимаешь? Вот это бы я сидела, надо сейчас обед приготовить. Все ушли. И я что-то неважно себе что-то может быть. У меня ночами прямо вот тут в груди аж горит. Это надо сделать опять колоноскопию. Раз. В тот раз они мне делали, как я приехала, обнаружили прямо в кишках полип, заодно удалили этот полип. Да. Я так боюсь. А сердце это... проверить надо. Надо делать кардиограмму, давно не делала. Кровь, она мне все время посылает кровь. Сахар увеличенный. Я уже молчу, дочке ничего не говорю. Я жру много сахара. Там... На, меня ухой. И черный еще чего-то хочет. Черные тут тоже есть 3 или 4. Одна у меня есть. Она вечно, вот она, белые пятнышки на животе. Я ее Матильдочка называю. Она не растет. И только мяукает, и мяукает, и мяукает. Я там еще отдельный. Не знаю. А вот этот вот рыжий, по-моему, не ел. Это она, девочка. Ну а как тебе дать? Она боится. Сейчас она подойдет. Она всю банку ту облизывала, консервную. Ну. Сейчас они, наверное, приедут с тракторами. Не, убежала. Убежала. Останется голодная. Что я могу
будешь делать, интересно. Угу. Даже не могу ее запихнуть. Наверное, приедут. Задумали площадку делать. Смотри, он какой прекрасный парк. Вон. Красивые кустики какие. А вот еще вдоль дороги. Очень красивые.